Всем привет, ребята! С вами Вика. Мы сейчас находимся в Суоне. Это город, который находится недалеко от нас, где-то 40 минут езды на машине. Тоже находится в провинции Кюнгидо. А мы сюда приехали погулять и хотели еще снять видео. На Колин канал хотели снять. Тут есть, как Коля говорит, улица курицы. И вот там готовят чикен. Но мы сегодня туда не попадем, потому что не ожидали, что так много будет народу. И мы пока нашли парковку, пока ходили, потому что машину бросили недалеко. К этому времени уже многое закрылось. И еще очереди везде, поэтому мы решили просто зайти пожарить мясо. Кстати, оно очень вкусное. Я вот сейчас попробовала, оно прям не совсем мягкое. Но когда ты его ешь, такой вкус очень насыщенный. Ты почувствовал? Это говядина, да. Что-то там местная говядина, что-то американское и что-то испанское. Микс такой. Ну все, приятного аппетита. Поедим с удовольствием. Кстати, знаешь что? Ты попробуй обязательно с солью. А, с солью, да, точно. Без... А кунжутного масла нету, да? Нет. Здесь, видимо, другая система. Просто ну, когда ты пробуешь именно просто с солью, то ты вкус мяса. Тыре. Масике ты сио? Мера? Мерахон? Соль вообще обалденно. Вообще. Чувасо! Тут световое шоу. Не дым, а как это называется, не так? Дымовые эффекты. Да, согласна. Наконец-то я могу выгуливать свою верхнюю одежду. Вот надела джинсовую куртку серую. В прошлом году... Нет, не в прошлом году было, это вот весной я ее пару раз его, по-моему, надевала. Я думала, это вода, поэтому побежала. Оказывается, нет, это просто дым. Нет, не вода, да, здесь дымовой эффект красивый. Сейчас мы думаем вниз спуститься и там прогуляться. А вот Лера не хочет. Почему ты не хочешь? Домой долго идти. Домой долго идти? Точнее, до машины. Ну ничего, мы же поели, надо растрясти то, что наели. Да, друзья, начинается наше приключение по световым эффектам. Такая лестница подсвечивается красиво. Нет, ты оттуда лучше не иди. Здесь крутой спуск. Не, это нельзя. Почему? Ты чё? Вот отсюда по ступенькам иди. Коляски как идут? Вот так вот идут и придерживают, наверное. Не знаю, мне кажется, это опасно. Опасно, говорю. Очень красиво тут, да? Мне понравилось. Место напоминает ручей Чунгичон в Сеуле. Возле Тандемона, в центре Сеула, есть такое место тоже. А это другое, это вообще в Суоне находится, но что-то вот напоминает. Мы нашли источник дымового эффекта, он, оказывается, вот здесь находится. И уже успели сделать фотографии на вот этом фоне прекрасном. Это ж сколько труда надо было все вот так украсить, что так красиво все сделать. А вот тут вообще туннель. Вау! Гирлянды такие, да. Я просто думала, может, здесь зеркало такое, обман зрения. Очень красиво, очень эффектно сделано. Молодцы. Что, хочешь снять? Да, тебя хотел снять. Они и дерево тоже подсветили. Ну, красота. Прям волшебство. Я часто об этом говорю, что вот в Корее у любого столба встань, любая фотография получается шедевром. Красивая вся такая, да? И вот это действительно так. Посмотрите. Вот какие столбы красивые. И кустики. Что-то вот такое рождественское как будто, да? Новогоднее настроение запахло, чуете? А что, это другой туалет, да? Красивый дом, да? Нет. Хотя это не дом, это храм. Что нет? Я не хочу в этом доме жить. Почему? Нет. Как волосы у тебя блестят. Красоту нет. Мы заметили, тут много храмов, и среди них есть жилые дома, но их немного. Ну, вроде новые. Тут это вилла, например. И прям вот с этой стороны храм. Вот. Сейчас, который мы смотрели, дом, тоже это храм был в традиционном стиле такой.
Я сначала подумала, дом такой двухэтажный, надо же, до сих пор такие сохранились, оказывается, это храм. Ну, видишь, какой. Что? Обалденный, да? А, вот это? Таком не согласен. Да, вот тоже это, храм. Это самый крутой храм буддийский, который здесь есть. Хотя мы видели, помнишь, здесь сколькоэтажное, пятиэтажное здание. Это когда? А, здесь, вот, да. Вот, да. Угу. Вот он, кстати. А, ну сейчас не увидим в темноте. Ну да. Это мы просто курт едим. Сосем. Потому что я почему-то говорю, Коля тогда снимал видео в Бухаре, когда прощание. И у него курт сначала на этой стороне, потом на этой стороне перекатывал. И там писали тебе, да, что у тебя там, флис или флюс. Да. Ну, типа, там, щека опухла. Курт это просто курт. Ты вот так вот весь растащишь курт. Буддийский храм. По чуть-чуть надо. По чуть-чуть надо, на удовольствие него. Растягивать надо. Машина сзади. Не, радио в сторону. Мы нашли тут кошечку. Так, ты по-русски убежала. Хотела сказать, ты по-русски не понимаешь, значит по-корейски. Ирива, Ирива. По-корейски надо говорить. Узбекском. Или на узбекском. Не, узбекский вряд. Мы вот здесь где-то машину оставили. Или дальше, может быть. Потому что не было мест. И вот где-то там... На обочине, где-то так вдалеке. Тут вот дома старые. Ну, люди тут еще живут. Наверное, потом их снесут и построят опаты. А может, оставят как историю. Их там ворота, блин. Да, вот еще храм. Интересно, внутрь зайти. Можно ли посмотреть, что там, как выглядит все это? Изначально я думал, что в Корее больше... церквей, потому что их видно издалека, да, особенно кресты. А сегодня я убеждаюсь совсем обратным, то что буддийских храмов так. Тоже не меньше. Здесь только. А вот прям... в Пусане тоже было. В Пусане там вообще, помнишь, море прям. Хэдон Йонгунса. О, такая красота. Такая красота там, да. Жалко, что у нас в этот раз не было времени, да, насладиться. Да, мы быстро бегом-бегом. Пофоткались и дальше побежали. На вот этом воздушном шаре мы уже сколько хотим покататься? Наверное, года 2 или 3. Как у Залколя, что здесь вот можно покатиться. И мы как-то приехали даже, но не попали. Тогда ветрено было. Пандемия тогда только началась, по-моему, или не было ее. Не помнишь? А, ветрено вот. Было, уже из-за погоды мы тут бегали. Да, да, да. Вот здесь вот мы ходили. Крепость Хвасон. Или это не крепость была? Крепость Хвасон. Да, это крепость. Мы вспоминали эту крепость, когда были в Бухаре. Виктория Киме. Да. 40만 구독자 돌파를 진심으로 축하! 드립니다! 축하합니다. 축하합니다. 되고 골든 버튼까지 받을 수 있도록 우리 진짜 응원할게요. 자, 이 뒤로 보고 인사만 하세요. 자, 인사. 박수. 40만 축하 드립니다. 축하합니다. 축하합니다. 야, ж вам забыла сказать, что на моём канале 400 тысяч подписчиков, уже 401 тысяча. И вчера, вот когда мы ездили, кстати, это новый день уже, новый вечер точнее, мы забыли шарики на 400к. И вот взяли их, покажи, Николай. Надули. Мне только четверка. А, остальные улеры, да? Надули, сфоткались. Сейчас пришли в кофейню, такое вот атмосферное место, куда давно хотели прийти. Постоянно проезжали мимо и думали, надо сюда прийти. И вот сегодня я решила, думаю, куда же поехать на красивое место, чтобы сфотографироваться. И вот приехали. Зашли, мы сейчас посидели хорошо, и представляете, нас поздравил, ну, меня поздравил музыкант, певец, да. У них здесь живая музыка по вечерам. Да, живая музыка, все так круто. Ну, вообще, знаешь, заведение само крутое, да, это уже ресторанный уровень, здесь крепкие дорогие алкоголи, коктейли, даже кофе стоит $15. Да, к сожалению, мы не пьем, а так можно было бы посидеть, что-нибудь там.
попить какой-нибудь коктейльчик. Ну и это место сразу видно, что оно такое дорогое. Мы сюда зашли, и нас сразу встретил официант, он нас проводил, усадил. Мы не ходили, как в обычной кофейне, и не заказывали. Он к нам подошел, подал меню, потом спустя время принял заказ. Конечно, цены тут подороже, да, но это уже и другой сегмент, другого класса, повыше. Вот. И потом, спустя 5-10 минут, принес заказ. И тут живая музыка. Музыкант общается с посетителями, да. Гостей было мало, были только мы и еще соседний столик, там семья сидела. И вот музыкант увидел, что мы с шариками сидим, и спрашивает, по какому поводу, говорит, сегодня какой-то необычный день, что вы с шариками. И мы думаем, как им, ну вообще, стоит ли говорить, то есть видно же, что это 4 и 2 нуля, 400. Это не какой-то день рождения, я теперь, что 400 лет не может быть. Что же это такое? И вот он спустя время опять спрашивает, что же у вас такое, что за мероприятие, почему вы с шариками? Я говорю, Коля, ладно, давай скажем. И вот Коля сказал, что у меня на моем канале 400 тысяч подписчиков, что я блогер. И он такой, как, говорит, можно подписаться, какой канал, вообще, говорит, кто вы из какой страны? Ну, такие классические обычные вопросы, которые все задают, когда узнают. Ну, понимают, что мы не местные корейцы. Мы ответили, что мы этнические корейцы, и он сразу такой. Он сказал, что мы вначале попали в Союз, да, там Союз. Работали. А потом, говорит, во время войны вас всех переселили там в Казахстан, ну, в Центральную Азию. Но это было не во время войны. Ну, 37-й год. Образно я говорю, до войны. А, до войны, да. Ну да, он говорит, что знает историю, что любит историю, поэтому... И знает Виктора Цоя. Да, и знает Виктора Цоя. И говорит, что в курсе, кто такие этнические корейцы. А он же музыкант, поэтому знает Виктора Цоя. Да, да, он же музыкант. Я включила микрофон, надеюсь, так будет меня лучше слышно, потому что тут рядом машина ездит. Потом музыкант спел песню для меня и поздравил с 400 тысячами подписчиков, которые вы услышали или услышите. Я сюда вставлю. Это было прикольно, это было очень приятно. И я нисколько не пожалела, что мы сюда пришли. Мы вот так вот отметили, меня поздравили, сделали фотку, насладились прекрасными видами. Здесь видите, вот какая кофейня. Как в сказке, как будто, видите? Как в сказке, да. И не нужно никакой ехать в парк фонарей. Вот, и что я хотела сказать, друзья. Спасибо вам большое, тем, кто подписывается, кто смотрит меня. Это огромная цифра для меня, 400 тысяч подписчиков. Я никогда в жизни не думала бы, что такая цифра когда-то у меня будет, что столько людей будет меня вообще знать, смотреть, подписываться, как-то интересоваться мной, моим творчеством, да, тем, что я делаю. Так что огромное вам спасибо. И вот так вот мы круто отметили мои 400 тысяч подписчиков. А я еще думала, как-то скучно все, как-то... Тортик, да, будет. Но уже, наверное, не сегодня, мы не успеем купить. Все уже закрыто, скорее всего. Я думала, как-то, ну вот, не хватает, да, как будто бы вот чего-то, какого-то праздника. Мало просто шариков, мало просто фотографий. А вот видите, как нам устроили праздник. Поздравил, посидели. Другие вот за соседним столиком тоже нас узнали. А, кстати, музыкант подписался на меня. Да, я, говорю, подписался и поставил колокольчик. Так что вот такие дела. И на этом я буду заканчивать видео. Спасибо, что посмотрели его до конца. Что подписываетесь, смотрите, лайкаете. Я это очень ценю. Впереди будет еще много интересных видео. И, конечно, 400 тысяч – это не предел. Дальше больше, дальше будем идти уже к миллиону, к 2 миллионам и так далее. Нет предела совершенству, как говорится. Всем удачи и всем пока-пока!